ГИБДД решила поставить эксперимент на пешеходных переходах. Один из них планируют оборудовать светонакопительными отражателями. Ночью такие маячки будут привлекать внимание водителей, что снизит количество дорожно-транспортных происшествий. Обезопасить пешеходный переход с помощью инновационных технологий собираются дорожные инспекторы. Подопытным должен стать перекресток Коновалова-Ломоносова. Привлекать внимание водителей должны автономные светоотражающие маячки. Для этого дорожное полотно планируют вмонтировать специальные катафоты. За день такие приспособления накапливают свет, а в темное время суток его отражают. Выбрали с учетом интенсивности движения, с учетом аварийности и того, что на данном участке идет большой поток пешеходов. Стоимость контракта 35 тысяч рублей. Сейчас ищут подрядчика для выполнения работ. Если он найдется, модернизировать пешеходный переход начнут уже через 2 недели. А если эксперимент даст положительный результат, светоотражающими инновациями оборудуют и другие пешеходные переходы.